нахуй. Оттас. Эй, ебать, он со сверлом, ебали, я летел. Слушай, а мы тут брали в этом, в разрушенной этой хуйне? По-моему, брали, да? А, как он называет? Системный блок. Или как там его? Жесткий диск, да. Системный блок. Да бог его знает, блядь. Там просто валялась эта хуйня. По-моему, брали, когда тянули. На берегу. Ну, она далеко. Мы же проехали. Да не, вроде не брал. Да я не помню. Тоже. Логистика, конвейерный. Блять, не хватает. Кого? Чего мне не хватает? Я положил тебе цемент и пизда. Железные балки мне нужны, ёбаный в рот. Я положил. Там положили, Дима, в ящике. Да, сейчас спущусь, блять. Не разбиться. Ящик возле этого самого у тебя стоит. Погнали. Возле входа. Давай, блять, залетные нахуй. Вперед, блять. Поехали. Ой, я тут деревья повырубал, помню. А то мешались. Не выросли, кстати. Думаешь? Ну. А так они-то, по-моему, вырастали. По-моему, все не выросли. Ну. О, есть блоки, заебись. Назад лететь надо наверх. Но у меня тут заготовка уже будущего завода есть. Я пока стены не делаю, потому что неизвестно, насколько... А, ну давай. А, не долетаю, ебаный в рот. Так. У меня проблема. Знаешь, что из мелких еще, чувак, можно сделать? Можно поставить патроны на автомат, чтобы делались. Да, кстати. Чтобы было вдоволь тоже. Как помню, это в этом фактории делали. Да, на заводе маленькие патроны поставить. Но они тоже из нефти делаются? Не помню я, из чего они делаются. Из чего-то делаются. Не, а по-моему, там еще такого хитрого не делается надо, который вручную добывать. Фух. Залетел. Чтобы, блядь, это видели. Надо посмотреть. Они пригодились. Так. Дави он нахуй, блядь. Где он? Я ему еще, блядь, стрельнул, блядь. О, еще два. Еще два. Логистик, конвейерный этот, четвертого уровня. Блядь, не ёбнуться. Гоним. Шеф, тормозни у завода. Торможу. Сука. Спускайся. Надо себе набрать всякой хуйни. Так, ладно, ставлю эту машину с этой, с резиной. Тут где-нибудь сейчас поставлю ее. А, не, мне машина нужна. Надо ее резину выгрузить. Сейчас ящик поставлю. А мы можем прямо около этого выгрузить ее. В общем, я сейчас занимаюсь, делаю, усиливаю цемент, чтобы цемент делался в ящике, во все ящики. Его нужно будет, да? Я на новый завод. Я вот цемента, кстати, новая тоже, типа, это в конках. Типа мешки на мешках терпеть. Да. Да. А, не, прикольно, красиво стало выглядеть еще. Она и так красиво была, а так и еще стала еще круче. Вот тут ей надо поставить сейчас это делитель и цементик вывести еще. Так, сначала нужны очистители, да? Да. Не, сначала нужны эти. Я понимаю, цистерны, потом очистители. Иначе не, тогда... Не, чтобы я планировать сейчас буду как это... Распределять. Стоп, а нахуй мне конвейер-то, блядь? Чё такое? Бля, ротор, кстати, тоже по-другому выглядит. Да. Опоры? Роторы. Не, я смотрю, просто тут на стены опоры есть. Да, типа, это покупается за купоны, мы за купоны купили. Там что только нет. Поставь, Дима, опоры посмотри. Она красиво, да, смотрится. Ставится. У тебя чего-то не хватает, наверное. Да, например, стен. Не хватает. Не, почему? Она чисто из цемента делается. Не, написано на стенные, на опоры. Я смотрел, стен-то нет. Ну да. Я думал, ты эти большие. Которые. А, опоры? Опоры, я их, да, уже построил. У меня второй этаж будет на них строиться. Ставится, точнее. Там еще для стен что-то я хотел купить. Купоны не тратьте, плиз. Ах ты, сука, риснулся, да?
Раз. Забавно смотрится лифт, когда ты сам лифт не видишь, просто труба из ниоткуда вверх и не ползет. Да, вот, вот тут не хватает пластмассы нам на компьютере. Так что, Дима, с тебя пластмасса обязательно на этот самый, на поезд. Знаешь, Дима, что сделай по-быстрому, пока времянку, но чтобы пластмасса хотя бы уже начала идти на поезд. Сможешь? Организовать. Чисто времянку там, чтобы она шла, а потом будем уже красиво делать. Просто, чтобы компы... Чего, блядь, делается? Ты... Скажи, я до нее не достроил еще. У меня, посмотри, на заводе там, где топливо делается. Там прям уже стоит завод пластмассы. Вот ее нужно вывести на этот самый... Из контейнера прям, чтобы грузился в этот самый... В железнодорожную станцию. И поезд будет возить. Чисто тебе нужно протянуть... конвейер до поезда, до ЖД-станции. На, вижу, где она. Понял? Так, и пускай, пускай вы, просто компы делаются очень-очень долго. Они не делаются, у нас пластмассы нет. Так, ну, вот. Тут, значит, надо разделитель ставить. И не хватает именно пластмассы на них. Сейчас бы они уже делались у нас потихоньку, ну пускай бы делались. Причем пластмасс сразу уходит на компы без разделения вообще никуда. Ну да, она просто складывается. Нет, она сразу перерабатывается. А, она перерабатывается. А, ну возможно, да, кстати. Ну она там делается в этот, как... В канистре. Канистры. Да. Поэтому... Ну вообще, тебе надо отдельное производство ставить. Ну да. Ты те канистры не трожь, пускай ставят. А, ну тогда я хотел просто разделить и все. Не-не, лучше новое построю. Я не уверен, что пробьет просто, понимаешь, типа, блядь, с одного этого. Хотя да, это все равно временно. Да, не, пускай Дима сделает, пускай она ебашит немножко. Там все равно два заводика. Канистр там, мне кажется, хватит. Просто компы дольше делаются, как раз поезд будет там таскать по постольничку. Да нам не то, что прям к спеху эти компы. Не, они на расходники их хотя бы пустить компы. Так. Чтобы это вручную ебать, что-нибудь патроны делать. Патроны из этого для автомата делаются из маячка, прикинь. А, вот, я же говорю, там какая-то хитрая залупа. Бля, черный порох нужен, бля, резина, ебать. Тут, короче, резина до хуя. Ну, резину надо тогда подвозить. Черный порох надо подвозить серу, короче, бля. О, нет, это. Я говорил, они как-то хитро делаются. Не, это, бля, пиздец. Типа патроны сделать, это нахуй огромное производство не построить. Да, это нужен завод отдельно для патронов. Че там по технологии? Так, где эти пластины были? Вот они, усиленная залупа. Залупа глазая такси. О-о-о, притормози, Дима, притормози. Так, этого я взял, этого взял. Все изобретено, это факт. Все изобретено, а тут... Так, а что я хотел? А, я хотел усилить... А жестких дисков у нас нет больше, да? Да. Кстати, между прочим, смотрел видос у пацанов, пацаны там делились этими скриншотами. Они жесткий диск на этот самый, на нефтезавод какой-то потратили. И типа нефть у них круче стала идти, ну точнее прибыльнее. Делать из нефти нефтепродукты. Так, блять, как нет? Да, и надо просто конвейер довести, что ли, до станции? Да, и там, чтобы она в загрузку зашла. Да, завести, кстати. Там она может забита чем-нибудь, там посмотри, то что можно. А, бля, я долбоёб, не надо разветвить и ставить. Почему? Тут же двухуровневые. А, ну да. Ящик. Так, я сейчас еще один ящичек поставлю. Ладно, патроны мы не сделаем. Их не было, а? Я это Шурику говорю, патроны мы с тобой, наверное, не сделаем сейчас, Шурик. Почему? Там а, ну патроны сложно. Да, патроны да. Хотя можно, конечно, но это дело такое. Не, там тогда надо возвращаться, резину ставить, там, пока Дима разберется. В это время все. Бля, почему он не делает, сука? Делитель поставился через жопу. Так, я в толчок пока сбегаю сейчас. Я пока буду усиливать эту. Точнее, не усиливать, а делать, чтобы шла. Как его называть-то? Бля, почему не ставится? Нормально. Хера мне тут наращиваем мы. Все равно только одна линия будет идти. Умный. А, это умный. Конвейерный осветитель.
А я понял, чем косяк. Понял свой косяк, понял. Он умнее, чем ты? Не-не, просто не тот ставлю, но мне нужно обыкновенный делитель поставить. А я ставлю умный. Я тоже сначала поставил умный, немножко прихуял от того, сколько он стоит. О, пошел цемент складываться. А то мне тут цемента дохуища. Не то сделал. Да ёпта. О, бля, давайте. Усилим. Так, а тут какой это самый стоит? МК-2, МК-3? МК-2. А у нас бурые. А, ну у нас бурые стоят МК-2. Просто надо ускорить его. Да, получается, поэтому поезд он должен подвозить с двух загрузок. Он должен резину и пластмассу. Пока что так. Да. А там дальше видно будет, может, и третий вагон придется поставить. Так, один я сделал, теперь этот самый цемент делается. Модульный двигатель нужен, 500 штук. И адаптивный блок управления. Да-да-да. Покинь. Пиздец, блядь, я народ ебал, хули. Блядь, я только нахуй не смотри, страшно. Ну ты, я тебе говорю, там надо отдельный гигантский просто завод ставить, там бесконечный какой-то, чтобы вот эту хуйню все ебнуть. Как пацаны развились, я там видел у пацанов это, да ядерный, этой самой, я хуй знаю, это реально, это какая-то дичь, лютая дичь. Сейчас здесь поставлю себе трамплинчик еще. Бля, я обвалился стойку прямо посреди трубы. Ничего страшного. И так сойдет. Да, в гонке то ебично. Ну да, если хочешь эстетической красоты, тогда ты прав. Да. Какой, блядь, объект мешает постройке? Ха, есть такая хуйня. Какой там? Бывает, бывает. Ладно, перестроим. Перестроит, он хитрожопый. Какой, да? Да не объект перестроим, а то, что планируют. Так, МК-1, надо взять этот. А что нужно на МК-2? А блядь, ёбаный в рот. Я понял, в чём дело. В чём? Ты лошара? У меня изначальная стойка первая, да, стоит прямо напротив этого. Столба. Так, а чё я хотел? Дима меня сбил. А. Вспомнил. Так, где тут были эти самые копалки? Ну, кстати, кварца не есть прилично. Можно будет это урвать его, что-нибудь сделать из него. Да, нужно. Не, а кварц можно машинку поставить, ну, бля, рисовать, конечно. Заебёсься. Таскать. Да, блядь. Блять, какой объект мешает? Все ж нормально. Это ты так думаешь, что нормально? Ничего не нормально. А вода-то у тебя идет, что ли? Где? Ну, на вот электростанции? Плей, блядь. Многострадальные, блять, воды. А, да, хуй его знает. Так, все. Не работает, нихуя нам. А, не работает, смотри, крутится что-то. Работает? Да вроде крутится. Да, не все, правда. Блять, этот столб есть. Тут, Дима, прикинь, бах какой был. После нового апдейта, во-первых, вода при каждой загрузке она не работала. Она тупо становилась. Ну, приходил заново переделывать эти водные эти насосы. Плюс. Станки все похерились с производством, оно как бы туда ресурсы поступает, да, но станок ничего не делает, хотя все правильно выставлено. И приходилось тупо станок заново ставить, все подводить к нему заново. Мы вот этот завод, считай, заново перестроили, прикинь. Вот это вот все, что есть, мы заново перестраивали, чтобы оно работать начало. Это пиздец было. Так, еще один сделал, отлично. Я супер. Ля супер. Так, пойду еще один поставлю. Где тут был еще
цемент можно поставить. А что, сука, мешает? Такой дед. Сучка! Крашеная мешает. Век воль не отдать. Чего животина стоишь? Иди сюда. Сюда. Пластик. Ну нахуй. Микросхема. Так, куда ехать? Сука. Пиздец, ну, да, пластмасс. Микросхема даже не есть. Пластмасс. А, блять, я не взял эти копалки, ёб твою мать. Надо сделать. Ты, Дима, подвел этот самый пластик? Да, в процессе. Я тут пытаюсь решить охуенную задачу, когда все мешает, надо что-то делать. Не, а ты просто можешь через верх пускать. Там же есть конвейеры, которые нах поднимают. Я такая, если не получается ничего, я через верх хуярю, да и все. Ну вот я сейчас так и делаю, только немножко более ебануто. Я говорю, ну нам там, да, там просто там времянку кинуть и все, да, чтобы оно шло. Там стойки для конвейеров, видишь, по воздуху проводить. Я это и делаю как раз. Под названием более ебануто. Копалок больше нету. Кстати, у меня проволока пиздатый есть. Дайте возьму. А, есть 500, нормас, мне хватит. Мне-то много и не надо. А, блять, залети, сука, на конвейер. Нет. Ну что, Шерик, будем мы строить завод большой, не? Да. Я готовлю сейчас это. Я усиливаю цемент. Сейчас везде строю, где цементные эти хуйни, чтобы цемент дохуя нужно было. А там же на месте уже цемент был, там он стоит. Да, ну и там еще. Его просто реально не хватит. Его нужно дохуя. Я просто начинал делать у себя. Он просто улетает в лед. Так. Потому что везде, где цемент, нужно цемент эти поставить. Чтобы он складывался, потом просто проехаться, забрать. Так, что копалки, я? Копалки. Раз, два, надо трубы взять. Я пойду на место тогда, наверное. Поставлю там цементный завод. Порыску, наверное. Что тут у нас есть? Тяжелый альтернативный. Компьютер, суперкомпьютер, ебать на суперкомпьютер. Там нужно сразу будет это, поставить копалки на это. На железо, там железо было, медь, по-моему, две штуки, помню, было. Два железа, медь и еще что было. Да, вот это душный вообще пиздец рецепт. Просто, блядь, духотища, нахуй. Вот самый душнодушный момент, на самом деле, сейчас залетел, кстати. Там такие рецепты сложные, просто пиздец. Да. Так, ну тут один цементный этот стоит. Ой, неплохо, слушай, он набил целую эту, наверное. Да, целую эту набил. И он тут нужно, кстати, немножко сломать и переделать. Во-первых, копалку поставить, типа, второго уровня. Или она стоит второго? А второго стоит? На того, блять, вставил, да? Да. Цемент тут стоит. Только провода, нужно. Значит, проведено. Нужно этот самый поставить две, наверное, этих. Два станка на цемент. И еще нужно поставить. Ну, блять, полной нам не хватит, хочешь сказать, блять. Я. Но нам таких да нужно. Да ты преувеличиваешь, блять, чувак. Я тебе говорю. Да преувеличиваешь ты все. Нихуя не столько там, но... Что, целого, блядь, не хватит? Нет, ты чё? Я таких целых, знаешь, сколько потратил? А где строиться будем? Прям от моста отводить уже начинать? А где водопад? Прям надо ровненько построить вдоль водопада и оттуда прям вести туда. Так отсюда видно водопад нормально чё. Не, ну чтобы прям ровненько она шла от водопада. В смысле? Вот ты мост, давай его расширять и всё. Всё, подожди. Просто мост может неровно стоять. А чё, неровно, ровно. Ровно? А где, кстати, водопад видно красиво, нормально. Зачем еще к ним ближе? Типа, там построить этот самый. Добычу. Ой, добычу.
воду поставить, чтобы вода под наклоном шла к нам. А, блядь, загрузка где именно? Как я сложно все слишком, блядь. Слишком амбициозно. Загрузка план. Справа? В смысле? Не как? Знаю, посмотри. Да, она там должна быть видно. А, вот, я даже вижу, кстати, где уже. Я думаю, ты разберешься, короче, там не сложно. Кстати, а сюда можно по центру вышку поставить, вот эту вот, лифт. Чтобы красиво смотрелся. Ну, который вот этот стоит у нас. Не, ну, в принципе, да, мобу стромно стоит. Я могу сразу платформу по центру пропасти расширять, начать уже. Ну да, давай. Давай. Знаешь, как я делал? Так, фундамент. 7 метров 4. Нет, такой нам не подойдет. А какими, кстати, мы делали тут? 8, по-моему, да? Да. Они без разницы, конечно. Давай большими будем делать. Ну, солидные, блядь. Вот смотри. Я на центре или я не на центре? Я хотел от центра. Ты прям так хочешь? Да, кажется, нам все равно надо всю ее заделать. Да, я хотел наоборот, чтобы типа мостик шел такой. А. Подвел. Да, не, нам все равно нужно. Мы тут завод будем сейчас делать по ней. Вроде бы. Думаешь, ну ладно, давай. Да, подвел, все нормально. У вас нас пошел. Просто если будем большой делать, сейчас большой, потом несколько этажей. Слещ? Че? Подвел и подвел. Там же ходит поезд. Загружается. Да, поезд ходит. Вот. Это там на автомате он должен выгружаться и делаться компы. А, блядь, чуть меня чуть не упало. Дальше строить свое. Да, дальше, Дима, развивай. Это я говорю просто хотя бы сделать, чтобы он ходил не в холостую. Так, на первом уровне у меня будут цистерны. И очистители. Кстати, Кирюха, а на той горе, на высокой, можно поставить это, вышку и оттуда смотреть на завод на наш, на весь. Ну да. Вот, смотри, у меня уже 300 цемента ушло. Там же не 300. Это миллиард. Ну все, оно кончится. Ну, считаешь, что он новый делается, как бы, я не думаю, что... Бля, сюда надо поездом будет подвозить, наверное, уголь. Или, а чего, рада, или отвезти как-то. Есть. Вы просто попоешь, где у Кирюха у нас этот уголь был? Три стака в этот, в джунглях. Ну мы тут поезд просто сюда подведем, и все, он будет и тут разгружаться. Да, вот я просто говорю, нужно будет как-то сделать поезд, чтобы он тут разгрузился и на этот завод уголь шел. Потому что мы тут будем это делать, остальное производство поднимать еще. Опять-таки. В общем, нам нужно будет дохуища угля. Так, ну у меня цемент кончился, я побежал еще за цементом. Сейчас мне привезете немножко пластин и укрепленных? Не, пока Дима занят. Тебе придется, наверное, самому съездить. А ты лучше знаешь, как сделать? Да, реально. Ты посмотри, что тебе нужно. Съезди, загрузи машинку. Я тебе вроде нужно. Скидывал. Ты забрал? Сейчас я просто скоро уже изжру. Съем, короче, блядь, все, что у меня есть. Вот, и тебе просто нужно будет съездить, загрузиться. Потому что так-то... Окей. Пока еще остались. Мы как делаем это? Едем, загружаемся целую машину, все, что нужно. Вот, и потом уже строим на дальнике, так сказать. Текс. А что нам нужно вообще построить? Я даже не знаю, с чего начать. Ну, с нуля. А что с нуля? Надо конкретно что-то строить? Ну да. Ну, там нужно будет поднимать производство все этого. Сейчас. Ну смотри, нам, например, нужны эти. А, блядь, надо поставить этот станок. А, машинка. Где машинка была? Вот. Смотри, нам нужны верстак. Делать. Бля, тут даже и нету. Блядь. Ладно, изготовитель. Блядь, пластмассы нету. Сука.
Ну, в общем, нам нужны в изготовителя делать усиленные... Ой, там какие-то каркасы, 2500. Вот нужно сейчас все делать для них. Потому что 2500 это пиздец, по-моему, дохуя. Усиленные каркасы еще ставить? Ну, не усиленные каркасы, а там какие-то еще новые каркасы. Не усиленные, а еще какие-то. Вот нужно производство поднять вот на эти каркасы. 2500. Они, по-моему, делаются в изготовителе. Да из чего они делаются? Так в том-то и дело, не могу посмотреть. Из изготовителя не могу поставить, пластмассы нет. Так бы я тебе сказал. У меня 100 пластика один завод. Есть. О, да, давай, да, сейчас я приду. Только одна жила нефтяная. Окей. А ты можешь поставить изготовитель? Просто поставь, потом удалишь его. Да что мне его ставить? Да бери пластик просто. Не, посмотрите, из чего делается эта хуйня. Блять, а что за изготовитель-то, нахуй? Ну вот это большая хуйня залупная. Это производство, блять. Блять, не получается так. Железобетонный каркас. Разные, что ли? Это одно и то же. Разные рецепты просто. В смысле, это и то же? Тут два каркаса. Есть альтернативные рецепты же. А, ну это да. Мы вот эти жестких дисков открывали. Да, ой, это блин, жестко, блять. Да, это жестко. Блять, какая хуйня, то есть я просто заебусь. Да. Не все так просто в нашем королевстве. Так. Бля, я забыл, в какой хуйне находится эта ебала. А, у меня хватает ушастый. Пока эти не хватает. Блять, тяжелый модульный каркас. У меня вроде были. Ну я скинул там, у меня полтинник все был. Если что, там в этом лежат на заводе, там где они делаются. Там накопилось уже, наверное, несколько сотен. И пластмасса у меня кончается, но это хуй. Так, надо себе стол поставить, что я как лох хотя бы второго уровня ставить, чтобы он был забинтен. Доставил бы тут прям сразу. Да не. Вон там, кстати, есть вот на этой хуйне мы там ставили. Но он там в пиларе. О, все. Цемент ебашит. Знаешь, что надо сделать сюда, чувак? Чего? Надо трубу подвести тебе. Какую? Вот. Аэродинамическую. А, да. Ты знаешь, как сделать? Сделать тут какую-нибудь базу, типа, блять, и чтобы туда труба подходила, и там станки стояли с чемоданом. Типа такой, как это... Так, я еду на базу. Базу строителей, типа. Да, да, я понял. Строителей. Чего мне не хватает? А, у меня все на месте. А, нет, стоп, посмотрим. Так, получать. Слушай, а где они? Альтернативный. Не, это не тот каркас. А тогда где он делается, я не понял. Там какой-то другой, блядь, каркас нужен был. Да я понял просто. Там какая-то типа хуйня железная. Ну-ка, мы можем это. Да, в ассемблере, ну-ка. Да, в ассемблере делается, смотри. Нам что нужно? Универсальный каркас. Он делается из модульных обыкновенных каркасов. Ну, у нас, кстати, их дохуя. Можно будет, ну, не знаю, машинкой может подвозить или кинуть. И стальная балка. Из белых, что ли? Из первых? Да, из первых. Из первых каркасов и стальная балка. То есть нужно поднять производство стали. Это нужна руда. Ну, железные руды тут дохуища. 5 этих стаков. Ой, 5 этих копалок можно поставить. Так, как думаете, 2 промышленных этих хватит на нормальное накопление нефти? Не, ставь 4, Дима, поставься, чтобы прям с запасом был. Хотя, не знаю. А трубопровод можно разделять на несколько? Конечно, то там есть делитель. О, заебись, тогда с двух сторон построю. Да, ты поставь, знаешь, как ты это сделай, ну, с двух сторон, и там проезд такой большой сделай, чтобы нам большая машина могла по заводу приезжать. Ну, чисто по красоте сделаем. Потом кататься. Уже и водопад как-то близко стал, блядь. Я тебе говорю.
Вот, получается, стальная балка, то есть нужно производство балок поставить и модульных каркасов поставить производство. То есть сталь. А модульный каркас это усиленная плита. А, и эти самые, как его, и стальные прутья. Ну ты понял. У меня это кончилось. Вот, а эти делаются еще. Модульный двигатель, да, там, по-моему, или что, или адаптивный блок. По-моему, модульный двигатель 500 нужно было. Он из моторов, резины и умная обшивка. Умная обшивка делается, блять. Сейчас скажу. Заебись, вся пластмасса вам уехала. Умная обшивка, укрепленные пластины и роторы. Ёпты, мать. Надо сейчас на более простом на чем-то сосредоточиться. Не, ну, нет, не вся пластмасса. Ну я предлагаю вот как раз вот на этой хуйне, универсальный каркас. Вот давай, давай, да, давай сейчас. Сложного пойдем. Да, Тем более у нас как раз их нет. Да, мы сейчас попойдем. Их все равно 2500 нужно, пока мы будем остальное делать, а они будут как раз строиться у нас. То есть нормас будет. Так, ну давай пока завод будем расширять. Но у нас пока это... А, ну ты расширяй, да, я пока сделаю... Ты, наверное, начинай строить, да, там трубу подведишь. Вот да, я сейчас трубу пока сделаю, чтобы это... Я пока наш этот блокпост поставлю. Так, и тут мне места не хватило. Ну я не знаю, придумай как-нибудь красиво. Мы что-то красиво стараемся. Слушай, а может на горке поставить, вон там трубу да довести? Да вот я думаю, может ты будочку на какой-нибудь горочке поставить. На трубе. Долетать. Вон там есть, кстати, база, вон там видно. Где? А, ну вон там. Помнишь, мы левее ставили? Да. Там уже есть такая база. Не, я думаю, знаешь, где вот бат начинается, вон там, вон слева. Вон там построить, на той горке. Туда не по трубе знаю. Долетать. Ну, или, ладно, чтобы удобно было. Или далеко будет. Я вот сам не знаю. Мне кажется, далеко будет, чё. Да, мне тоже как-то кажется. Надо, чтобы прям сразу к этому... Если что, потом там сделаем, пока тут где-нибудь рядом поставь. Можешь прямо начало платформы где-нибудь замутить. Нам, чтобы обозревать можно было базу. Ну, давай, ладно, вот тут поставлю сейчас. Вот прям вот тут вот. Сейчас я тут фундаменты доставлю. Так вот. Тут сделаем такой вот съездик. На заводик, чтобы нам удобно было спускаться. Наверное, тут мало места будет в этих водопадах. Наверное, туда надо больше расширяться, в ту сторону, блядь. Я поэтому говорил, тут нужно это будет дохуя просто. Ну и мы к нему, если что, потом второй этаж поставим. Второй, третий, и на остальные, на эти самые. Я вот думаю, туда много поездов надо будет подходить. Самое сложное будет развести пути. Я знаешь, как думаю, поезда. Можешь вниз построить еще вот такую вот. Сейчас мы большую вот эту платформу застроим, и вниз еще построить платформу, и туда загонять поезда. Как ты думаешь? Там прям построить этот самый. Как будешь подводить вниз? Ну, вниз просто съезд сделаем, и все. Мы, блядь, съезд, ты помнишь, как они проводятся, какой там, бля, хуёвый этот, типа, угол дает? Ну да, да. Хуйня. Типа, она и поворачивает по большой дуге, не, и самое дело вниз, она очень мелкий угол, типа, блядь. Не, смотри. Придется прям долго делать съезд. Да, мы сделаем большой съезд, вот до середины водопада прям съезд будет, не, он будет закольцовываться. Мне кажется, проще на второй этаж сделать подвод, типа, там, где проще будет. Ну, не знаю. Не, просто я к тому, смотри, например, мы ровненькими скатами вот эти вот, которые самые такие, уклон маленький, прям чуть не до конца сделаем съезд, поезд аккуратненько будет съезжать, там потом разъезжаться они будут внизу, ну, съехал, да, например, поехал на свою ветку, там разгрузился, вот, и потом с другой стороны будет выезжать поезд, то есть он разгрузился и дальше поехал. Ну, да, желательно, чтобы это как-то было эстетично. Вот. Иначе зачем? А мы вверх будем вертикальными конвейерами поднимать всю хуйню, всю руду, там и уголь, всякое вот, что будем привозить. А вверх поднимать на завод. И на заводе уже будет расфасовываться оно по конвейерам дальше. Так мне думается, как-то будет практично. Но, конечно, это все надо реализовать. Ну, по вниз будет очень неудобно, я тебе скажу, подводить. То есть, я тебе прямо сейчас уже говорю, как типа это, блядь, рельсу как-то сбоку заводить. Как ты же не можешь просто вниз ее хуяк и все, типа. Не, вот этими вот, как его, смотри. Обыкновенными этими съездами сделать и все.
Да я даже не знаю, с какой стороны это сделать заезд. Ну, слева, где водопад, заезд, а справа, чуть-чуть правее, съезд. Ну, как минимум, наверное, поезд. Нам надо будет подвести 3 поезда, то есть, чувак. Может, ну, там по 3 вагона в каждом. Ну, да, нормас. Оно должно хватить места там. Это будет много, короче. Чтобы разъезжались. Блять, все так как-то не очень. Бля, а как... Так, все вспомнил, как я сюда залезал. Да, блять, лезь! Ну это надо тоже все еще обдумать. Да. На словах оно хорошо получается, на деле... Надо сталь поставить сперва. Да. Ну, на не сталь, а железо хотя бы. Потому что если... Ну да, железо. А потом, потом сталь. Ну, для стали нужна руда. Надо хотя бы ближайшие ресурсы все освоить сначала перед поездами. Потом уже поезда делать. Так, где моя бензопила? Ну-ка. Пила, пила. Не понял, она же была. Слишком много все. Нахуй все. Деревья мешаются, понимаешь, да? А, топливо кончилось. Все, хорош. Отлетался. Да не, ну на бензопиле кончилось. А где моя машинка была? Бензопила не заправляется этим реактивом, нет? Он только на этом, на биомассе работает. Слушай, а тут как-то съезд такой жесткий, сюда на завод. Может, пора сделай жесткий хуй. Получилось. А не жесткий, такое себе на ползавода придется делать съезд. А, я знаю, где сделать. Подожди, тут же это есть. А, там завод стоит, да? А можно его как-то объехать? Не, нельзя. Сука. Копалка стоит. Ну ладно. А стеклянные полы что-нибудь требует дополнительное? Стеклянные полы? Да. Где ты видишь их? А вы их еще не открыли? А такие есть? Да, такие есть. Вы за купон открываются. За купоны? Я не видел таких. Я тоже, кстати, не видел. Сейчас поставлю, гляну даже. Так, а, окна у меня открывали. Шестеренок нету. Так, 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 так. Давайте дальше тогда базу. Блин, почему у меня эти фундаменты вечно куда-то деваются? На шестерку. Все, стой тут. Тан-тан-тан, так. Так, осталось придумать, как сюда прийти, все поднимать. Так, вот у меня что тут? Ага. Дверка. Опа! Ладно, сначала на первый этаж заприходовать. Во, втроем побыстрее оно пойдет дело. Это мы с Кирюхой вдвоем пиздец заебались. Бля, вижу слизняк, кстати. Где? Прям на скале стоит под водопадом. Красный, да. А, да-да-да, вот я про этого слизня тогда говорил. Блять, медные листы. Слабо не удолететь. Не удолететь слабо, а там нужно это строиться. На трамплин тут поставить, подпрыгнуть на нее. Да, я ночь, блять, что-то там.
А чё, чужик, не стримишь? Не. Тут бы так работало бы. А ты, Дима, не стримишь? Нет. Чьи-то стримы забросили. Да, один хуй там, два человека смотрят и один дух. То надо реально там застримить каждый день. Ну, для начала я и не думал, что сегодня играть-то и будет. Почему? Я же сказал вчера, что играю. Не заранее всех опасистил. А чё, трудопол... Бля, шо, серьёзно? Так нельзя? Чё? Трудополпровод не пролазит в эту дырень, сан... А, не, пролазит, всё нормально. Не, ну там-то всё пролазит. Я хочу его воткнуть в этот... в дырки для... Как его, блядь? Ну, короче, стены с дырками для... этих... конвейеров. Я туда трудополпровод пихаю. А у нас же есть этот самый... Какие-то хуйни для трубопровода или нету? Или не открыли еще? Стены? А что такое? Не-не-не, стены не. Да там есть какой-то через стены какой-то хитрый должен быть. А, не, на стены просто вешается. Да, я-то именно через стены, чтобы он выходил. А, не, вот он, People Valve. Выпусти меня, Шурик! Выпусти! Я в этом, в аквариуме. Вот, я же говорю, есть. Спасибо нахуй эту стену. Вот, и там можно эту хуйню, по-моему, поставить. Прям просто, да, просто на стену ебать. Ну, я не знаю, как она работает, я не ставил. Так, я просто знаю, что она есть. А как она работает. И там, кстати, электричество тоже есть для стен, Дима. Посмотри. Да мне пока не требуется еще. Точнее, потребуется, да, потому что я потом собираюсь это все внутрь херану. Так. Где была? Где была? Была. Вот у нас штука. Такс, отлично. Так, ну сюда. О, нормас, Кирюха, тут уже захуярило. Ой, рабочее пространство организовал. Ну, нам надо больше еще. Вон до той скалы, Кирюха, нужно, наверное, будет. До того заводика слева. Там, кстати, кончился уже почти цемент. Я тебе просто говорил, ты мне не верил. Я тебе это же говорю. У меня еще пока в достатке, в принципе. И это только один этаж, а мы же еще второй будем ебашить. Да нам бы один построить. Ну там если что, еще есть заводик, нам нужно будет просто тупо съездить на основной завод, там еще два производства цемента, там еще что забрать, машину набить. Мне кажется, там усилить можно эту копалку. Цистерна соединил. А ну, кстати, усилитель есть, сейчас я усилю. Я с собой сделаю. Не, имею в виду разветвлить там, я думаю, Не, а то там только на две хватает. На две, да? Угу. Вот та, что есть, МК-2 сейчас, она чисто на две хватает. Цемент прям улетает в них, и они делают нормас. А вот если усилить... Это накачка именно, да? Так, вот, чиститель завода, что мне требуется на него? Мотор. Блядь, нет мотора. Я скидывал вроде мотор, не помню. Ой, я усилил тремя усилителями, ну как, будет она быстрее делать? Поищи, там должны быть чемоданы. Не, все равно, покинь, три усилителя, она сжирает пока. Mm-hmm. А, не, набивается немножко. Можно будет третий поставить. А у вас мотор идиоится где-нибудь? Да. Да не надо, наверное, на нее усилители тратить. Не такая-то важная вещь. Не, он пока пускай стоит, если что, потом удалю. Моторы делаются там на верхнем заводе. Да, у нас моторов дохуя, Дима, на самом деле. Мне надо будет, походу, забрать, потому что у меня тут их нет. У меня тут только роторы. Бери машину, потом загрузишься. Да, ты знаешь, как, Дима, поезжаешь на завод, смотришь, какие станки ты хочешь делать и чего тебе не хватает. Ну, для начала у меня первый этаж — это чисто очистители. Знаешь, как, Дима, можешь сделать, чтобы быстрее перемещаться, можешь трубу аэродинамическую рядом с рельсой построить. Да. Чтобы пролетать, короче, быстро. Кстати, она, конечно, не очень быстро летит, на самом деле, но все равно удобно будет. Ну вообще, додавите трубу до основного завода. Ты мне про это сказал. Да. Не, я на машинке только. О, слушай, они сделали для трубы этот самый, крутую эту штуку, аэродинамической. На такой, на рогатуле не ставится теперь. То, что их не было, кстати. Запилили такие. Так, мне не хватает пластин железных. Пойду возьму.
И заодно за цементом как раз гоняю. Вам поделитесь немного цемент? Да, не зачем. А ты уже на заводе, что ли? Нет, я приехать скоро приеду. А, не, не надо. Ты, ты себе забирай все, что надо. У нас тут хватит. Цементу. Мне сегодня не хватает пасты. Миллиарды тонн. Надо, вон там еще цемент есть, надо еще одно производство поставить. Все равно он нужно будет. Да, ставь и что, где пропадать что-то. Да. Мне сначала надо пластин набрать, у меня пластин нет. Если что, всегда можно сжечь. Да. Да там не дают уже нихуя купонов, на самом деле. Да, а то там уже она, мы все в это самое, по максималке выработали. Там все надо больше и больше и больше, она жрет. А по факту уж как, один раз купили и больше не паритесь. Ну да. Не, просто там каждый раз она увеличится, по-моему, вдвое по ресурсам. То есть, если ты, например, на первый купон ты тратил 100, например, цемента, да, то на второй купон уже 200 цемента нужно будет. Ну, зато хотя бы не надо каждый раз покупать то, что ты уже купил. Ну, это да. Купил, это чтоб да. И забыл. Потому что надо покупать, и забыл, и забыл. Ебать, у меня FPS поседает на заводе на этом. Что, ты упал? Блять. Чуть не провалился. Да, вот джетпак, блядь. Да-да, я сохранюсь. Да опасно, тут крики какие-то. Так, сохраняюсь на отдельный. Я все время боялся ходить, типа, оно, блядь, поставилось или не поставилось, непонятно, короче. Типа, пока она краснеет, блядь, вот эта вся хуйня, блядь. Лучше я вот так буду ходить. Я только топливо с собой возьму. А то так и в пропасть может свалиться, блядь. Травмоопасное производство, короче. Так, стоп, а у меня топливо загружено в эту хуйню. Так, стульничек возьму этого. А бля, машина, работает. Стой, 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 сука, я тебя не хотел пинать. Тан-тан-тан, это заберу, это заберу. Вот они, моторы, а, роторы, роторы тебе нужны или что? Да мне моторы нужны, а, не роторы. Там, моторы должны. Ну, где-то и моторы. Ну, на складе моторов не нашел. Кстати, моторы, может, не делается, там, чувак, посмотри, что ли. Идет там на мотор, если необходимо. Да должно идти чё. Должно-то оно должно, блять. Да, ну может быть. Я не уверен, что я, по-моему, в прошлый раз, блять, не сделал полностью, чтобы. О, слушай, для стен добавили эти самые. Для трубы тоже. Для этой. Как его? Как? Вам топливо для джипаков привезти? Да. Конечно. Да, да, да. Давайте я выгребу все, что тут. Для трубы, пока ты катайся, теперь и для стен сделали ее. Тоже за купоны покупается. В запасе будет. Прикольно. Я привезу все, что тут по сотне. А есть. Где ты, Дима, нашел стеклянный фундамент? Я не вижу стеклянного фундамента. Я на роликах видел. У чувака, которого я, собственно, смотрел, и из-за чего я, из-за которого я и купил Satisfactory. Да не, нет. Это тут... моды. Это моды. Не моды, это за купон он купил. Это моды. Кстати, нам надо. А, лестница у нас есть. Так что нам не надо. Статуи. Не, ну тут и реально за купоны нету стальных этих. Жалко на факторию, пока модов нет. Ой, это пиздец. Ой, то есть на факторе нет модов. Прикинь, производство надо будет делать какое-то на факторе. Явнися. Ну а тут это поинтереснее будет. А, да, слушай, есть глаз фундамент. Блять, а как вы тут ездили-то, сука, на машине? Да там охуеешь. Я чуть не утонул сейчас на ней. Хватит нам этих? Три купона. Ты, Дима, не забирал купоны из этой штуки? Нет, не забирал. Блять. А она где-нибудь у нас есть тут? Не, или нету? Есть, была. А, я, по-моему, разобрал ее. На основном заводе. Надо поставить тогда. Я, по-моему, разбирал на основном. Чтобы построить эту будку нашу, которая не удалась до конца. Чудо-утилизатор называется. Я так понимаю, в сторону космического лифта ехать? Да. Пиздец, я... вокруг одна вода. А, там надо было тебе по проводам ехать. Мы так и там. Ну, там это... от базы, типа, электричество идет, она теперь ведет, типа, да. По проводам. Там же они по земле идут именно, типа, блядь. Так и по воде их можно ставить так. Ну да, но мы типа ехали и ставили провода. Значит, там можно проехать там. Да. Мы же типа когда на машинках тоже ехали, стали столбы. Вдоль к этого провода едешь? Блять, я этого сбил. Так, а мне надо через мост надо приезжать? Через какой? Ну, который на нефте. Нет.
в электростанцию везет. Не, нет, не надо. Там чисто на станцию все. А, это настенная лэпа Бопора 2, нифига себе. По путям не советую ехать. Да, по путям ты нет. Ты забрал? Да, я это самое купил за купоны. Что я купил-то? А, стеклянный пол. Да, реально, глянь, стеклянный пол, Кирюха. Ебать, он прикольный, слушай. Я точно не утонул. Тут какой-то брод просто. Попробуй поставить Кирюха его в этом, как его. А где фундамент? Стеклянный пол? Чисто цемент. О, заебись, я тогда переделаюсь немножко. Прикинь, на над пропастью стеклянный пол поставить. А, блядь! Чуть опять не свалился. Бля, ты полегче так. Ты что, ты хочешь сказать, что все переделать, тебя на стеклянный, что ли? Нет, не, да не, зачем, пускай так ставится. Это просто красивенько, так оно... Его знаешь, как можно сделать, чтобы это... Когда будем второй этаж делать, сделать там окошки такие стеклянные, чтобы это свет попадал на первый этаж, а то если мы второй этаж доделаем... Ну мне, честно говоря, не впадло переделать. Вот. Вообще переделать. Да не, это пускай так остается. Второй этаж, когда будем делать, мы тогда сделаем там аккуратненько. Забавно, эти, кстати, мухи не нападают на машину. Прикольно, а я думал, просто какой-то фундамент. Он нарисован не как стеклянный, на самом деле. Да, он не похож, что я сразу не понял. Да-да-да, я тоже, я когда Дима видел, а я почитал глаз этот фундамент. Думаю, ага, стекло. Пиздец, тут ехать. Да, ну ты думал. Да. Это да ж, по-моему, просто... камни, блядь. Поэтому на этом, на поезде мы и катались. Думаешь, почему мы на поезде туда поехали? Мы там путешествовали, пиздец, экспедицию устраивали. Это еще не самая дальняя экспедиция, где нашу базу можно найти будет. Да, да, да. Как-нибудь поедешь куда-нибудь за 5 километров отъедешь, потом найдешь, там будка стоит. Ну у нас там две будки. Вы открыли его? Что происходит? Чего? Меня выкинул, походу. Тебя выкинул? А, это может быть, да. Десинхрон, а чё? Десинхрон, да. А, кстати, он сейчас может не зайти. Заходит. Если заходит, не значит, что зайдет, короче. Да. Так, я еще взял кое-чего. Ну, может, там бесконечная загрузка будет. Ну, тебя потом все равно выкинет, конечно. Не, вроде загрузка идет. Ну, сейчас увидим. Я вот думаю, как трубы сделать аккуратно хаб трубный. У нас вот есть вот этот вот. Но все равно хочется поинтереснее как-то. Чтоб со всех труб поезжать в одно место. О, меня даже из машины не выкинуло, хотя я думал, мне пизда настанет. Не, а да, кстати, машина-то, кстати, может забаговаться, между прочим. Да, она не едет. А, ну и вот все. Сука. Нам может, бензин кончился? А, да, посмотри, может, бензин. Тихо, меня тут пиздят. Тебе тогда придется ее удалять, Дима, и это самое, и заново сделать. Да, топливо кончилось, но пригласилось почему-то. И не ставится, но охуенно. Ну, можно удалить машину и заново построить, если что. Она нагруженная у него, да? Да. Но не полностью, слава богу. Ну, мы можем перезайти, в принципе. Да я сейчас перестрою. Так, это грузовик был? Да. Ну, большая которая, да? Ну, да. О, я знаю, куда стеклянный пол, Кирюха. Это можно это сделать, крышу. Сейчас попробую. В нашей будке. А, заебись. Туда просто не ставится это биотопливо. Да, туда биотопливо. А как ты ее поставил-то в эту машину тогда? Биотопливо? Да, тут биотопливо раньше стояло. Нет, там стояло эти самые брикеты эти, топливные. Ну, стой, тихо. Там стояли, даже? Да. Я не ставлю биотопливо туда, ты чё? Она не ставится. Резина, на, хусть. О, рудосим. Стеклянную крышу сделал. Я еще и рудосим привезу. Что из-за рудосим? Его знает, выглядит так радужно. А, это новая какая-то, наверное, тоже неизвестно для чего. Руда сим, богатое отложение. Ты разобрался с машиной, едет у тебя, не? Да. Первый раз я слышу, честно, по роду сим.
Не, я находил, у меня лежит. Да? Вот и изучите, может ты это делать начнете. Да изучили уже, на самом деле. Да, в прошлый раз, когда играли, все технологии я закрыл. Да, почти, у нас только не хватает на кварце, по-моему, или на что там, какие технологии. Там только высокие всякие технологии. Пиздец, внезапно. Еду по безлюдной местности, тут хуяк наращиваемая стойка этих конвейеров. Просто вот одна стойка конвейеров просто стоит. Что-то у тебя и пальмы торчат сквозь эту хуйню. Ничего. Да, это вы выпилите их сейчас. А, у меня не хватило этого топлива для этого, для бензопилы. Блять, я влез. А какое там топливо надо для нее? А, там это, вот это сильное сейчас я сделаю. Да-да-да. У меня машина стоит. А, тут станок сейчас поставлю. Да, я последний цемент, кстати, забрал. Может, хватит мне остановиться? У меня в машинке. В машинке возьми еще, забери цемент. Ну смотри, нам разве не хватит только? Нет, ты чё? Нам надо еще больше. Нам надо больше, чувак, больше! Больше! Да ты это застрой сперва. То! Сейчас смотри, мы линию одну пустим, оно займет все. Ну так надо компактно строить, ну, да. Завод, блядь. Я знаю, как думаю, сейчас нужно будет еще эти тебе потом построить копалки. И одну большую длинную линию пустим до конца завода конвейеров. И с них будем забирать руду для нужных, для наших нужд. Кого построить, я не понял. Смотри, мы пускаем большую длинную линию конвейеров прям до конца. Вот это вот вдоль вот ты построил, да? Большую длинную. И от нее вот по этим самым клеточкам уже будем отводить руду. То есть нужно нам линию построить, например, плит, да? Мы взяли с этого конвейера железную руду, да, переработали ее в слитки, и слитков уже в эти, в балки и так далее. И вот как раз из пяти этих кусков руды мы, точнее, этих копалок руды, мы сделаем. Если только машину, Дима, тут все лагает, блядь. Поезд лагает, и машина, блядь. Собственно, поэтому не покупали. Да. Я уже почти до этой хуйни дошел. Уже видно ее. Так, а где это делается, блядь, станок? Из Теларис таки купите. А где вы никак не можете от этого самое? Бегу, Дима, блядь, покупать, пиздец. А, вот он, верстак нашел. Нашел верстак. Два верстака поставлю. Коряво поставил. Так, давайте из биотоплива я сделаю биомассу для бензопилы. А что такое? Все. Интересно, у них есть какая-нибудь, типа, у Стеллариса издание? Типа, коробочка какая-нибудь там, чтобы игрушки были, всякое такое. С игрушкой хуй знает, есть с этим. С артами там всякой хуйни. В смысле, что с артами? Ну, именно. Ну, знаешь, арт, типа, как он называется? Edition такой, типа, когда тебе коробка приезжает. Да. Понял. Там вместе с диском, короче. Да. Такое бы я купил, я просто не люблю, типа, это копить электронную хуйню все пустое. А вот если физическое что-нибудь, я бы, может, прикупил. Если там был какой-нибудь космический корабль, блядь, вот. Конструктор. На полочку поставить. Да. Ну, у меня диджитал этот стоит, купленный. То есть там тоже, типа, коллекционки, только именно полностью цифровая. А, ну это так хуйня. Куда вам все выгрузить? А что-то появилось? Топливо? Топливо появилось. На склад, который у нас поломанный. На углу, который стоит. Там тупо стоят ящики квадратом, короче. Недостроенный склад. А, это с которого я изначально все собирал? Да, это наш склад первый. Он так криво стоит, потому что впадло заставать все перестраивать, что там дохуя что лежит, блядь. Так, я свою машинку вот тут оставлю, блядь, чтобы потом не проебать, что это она. Так, все, я белое топливо сделал. Тебе бензопила должна работать. О, отлично. Выпиливают траву эту всю. Взять все. О, все, Кирюх, тебе нормально. Тебе ты должен быть доволен. Да. Я доволен. Да не, короче, я все, кончился у меня цемент. В машинке, если что, есть. Ну, цемент все равно нужен на станки. А, теперь, Кирюха, копалки ставь.
Палки-копалки. Сейчас танки поставлю в том доме. Так теперь, теперь копалки. Застроил. Да, блин, все. Как-то вы забавно это строение построили. Какое? Строение, как... строение, кусок просто в никуда. Так я же говорю, это там этого, он стоял, и там на нем этот самый стоял. А одни критики кругом, да? Поставь нормально, попробуй, да. Там нельзя ставить, потолок нельзя застроить, потому что там это... Да, да, потолок тоже нельзя застроить, потому что стоит это для самолета. Почему нельзя? Потому что самолет летает, этот самый. Там база, типа, там должна посадочная полоса быть, там самолет взлетает, там нельзя потолок над ней строить. Но на второй-то можно? А, подожди, нет, на нельзя. Ебать, чё за кривизна? Так там самолет просто летает. Не положено. Там когда же вот отправляешь это на орбиту, там прилетает, дрон забирает, короче. Да-да-да, я понял. Я про другое, у вас там вот, собственно, кусок стены уходит. Остается, точнее, открытым. Это склад. Потому что впадлу склад разбирать, сколько там лежит все, да. Не сколько это перекладывать, блять. Если ты склад нормальный построишь, блядь, тебе хвала тебе. Мы тебе памятник поставим, тут даже памятники есть. И напишем для Димы за 50 купонов. Просто впадло нормальный склад построить.